Добро пожаловать в светлое будущее. Мир, где почти нет мужчин, а значит, нет и проблем. Доброе утро, Рада. Впереди замечательный день. Твое платье готово. Ты проснулась? Не опаздываешь? Мам, мне уже 50, может, хватит? Послезавтра дома. Послезавтра тоже дома. Привет, Рада Еленовна. Так, подруги, от автобуса не отходим, силовое поле не покидаем. Приматы опасны и дикие существа. Мы для них как обезьяны в зоопарке. Приматы – это особи мужского пола, которые предпочли строить свое общество. Но без женской мудрости, разумеется, сразу одичали. Ворон, едет! Кукарача! Зацените туфлю! Крокодил! Дикари. Приматы. За наш новый мир! Без запретов и правил! Без суда и закона! У Рады был слюнообмен с приматом. Объявлять чрезвычайное положение. На последнем референдуме заменили этот термин, чтобы не травмировать психику подруг. На что заменили? На очень неприятную ситуацию. Ну так объяви ее. Секс должен быть с мужиком.